бы тебе хотелось стать? Где тебя носило, чел? Какие у тебя планы после выпуска? Курить будешь или как? Йоу, Люк. Эй, бро, ты как? Кто-то из вас завтра умрет. Чего? По дороге в школу. Кого-то из вас собьет минивэн и... писец. Нет! 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 Но это не просто очередной несчастный случай. Сегодняшние трагические события были предсказаны в мельчайших подробностях местным жителем Люком Хантером. Ты не помнишь, но у твоего дяди Стивена были вещи и сны. А еще предчувствия. У тебя были видения, о которых ты еще никому не рассказывал, Люк? Пока провидец смерти города Стокум держит свои пророчества при себе. Думаю, у вас была глубокая связь, которая никак не поддается объяснению. Ты со мной только потому, что тебе очень тоскливо и одиноко. Вы видели на Discovery, что бывает с тем, кто решает подойти к самке и ее детенышам слишком близко? Я знал, что произойдет. Предсказал в подробностях. Мой парень — пророк.